Арбуз, пожалуй, самая летняя ягода. Одинаково успешно она утоляет и голод, и жажду. Правда, чтобы после дегустации сочной красной мякоти самому не стать в зеленую полосочку, выбору стоит уделить достаточно внимания. Сейчас много различных сортов. Начиная от вытянутых, длинных, белых, полосатых, без полос, огонек, сорен. В общем, огромное количество сортов. И все их, если перепробовать, то как раз в лето можно уложиться. Первое, на что стоит обратить внимание, ягода должна быть с хвостиком, ведь он показатель зрелости. Желтоватый сухой хвостик говорит о том, что арбуз уже созрел. Если хвостик зеленый, арбуз сорвали рано. Еще наверняка вы слышали о том, что нужно постучать по кожуре плода. Это очень просто. И по характерному желтому бочку, который... Чем ярче, тем спили этот арбуз. Помимо этого должен быть характерный звук. Когда его похлопываешь ладошкой, он должен отзванивать, то есть обратная связь должна быть. Есть еще парочка лайфхаков. Уже дома арбуз можно поместить в таз или в ванну. Если он спелый, то сразу всплывет. Если нет, то начнет опускаться ко дну. Чем крупнее эта ягода, тем насыщеннее у нее вкус. Кроме этого, важно не покупать угощение у дороги. Там оно моментально впитывает в себя тяжелые металлы. На рынках же цена может на несколько копеек и дороже, зато вы вправе попросить у продавца документы на его товар. Они приезжают с сопроводительными документами. Это свидетельство фитосанитарной карантинной разрешения. Также они обязательно приносят анализы на экспертизу. После чего, если качественная продукция, они получают, соответственно, наш талон, который будет на 3 дня. В лаборатории с помощью специальных реагентов проводят экспертизу бахчевых культур, чтобы определить количество нитратов. В арбузах нормы не выше 60 мг на 1 кг. В дынях допускается не более 90. Если продукция проверку не пройдет, то всю партию отправляют на утилизацию. Есть также способ определить наличие нитратов и в домашних условиях. Обыкновенный полстакана воды, туда опускаем кусочек арбуза, перемешиваем ложечкой, палочкой. Если вода приобретает такой красноватый цвет, то уже будем говорить о том, что да, есть какое-то добавление нитратов в данном виде арбуза. Помимо прочего, важно помнить, что фрукты и ягоды желательно покупать по сезону. Арбузный сезон в нашем крае в идеале начинается с середины августа и длится до середины сентября. Именно в этот период зеленые ягоды наиболее вкусные.